А ну что, Олег? Перематывая смотрел, торопился, там надо было уходить. Так, что, Олег, пиццу заказали? Что, будешь тестировать? Две за раз сожрёшь, одну на одну положишь и такой, ааа. О, откуда у тебя прическа такая модная? Коллекция стрип. Че, Олег, почём? 350 модель. Что-то дорого. Че, как видишь? Парикмахерского Олега. А почему у него там лысины? А это стильно модно. Это стильно модно, молодежно, ребят. Короче, парикмахерская у Олега, вообще гарантирую качество. Город Колпино, улица Октябрь. Ну нет, подожди, у него вообще как это, в Тельмана это считается или как? У меня уже точно склуб. Короче, Октябрьская, Ленинградская область. Октябрьская, 3 квартиры. Типа 278. Ну почти. Ну 278, 8 этаж. А, это да. Вот. Да, приходите, там вообще все в инклюзе, там котики бегают, можно погладить там спокойно. Можно зарезать. Мандаринчики там. Макароны. Олег там раздувает, стоит там. Стул, табуретка. Рожа в окно смотришь, когда сидишь там. Полотенце дается, там так накидываешься. А чье? Патина, наверное. Розовая. Че там? Мастер он, снимай мастера. Мастер экстра-класса. Слышь, стаж-то какой? Отсидеть. Там еще его батя, если что, подровнять может. А, да не, он обычно говорит, что косы кривые. Хернёй занимаюсь. Шею сломал. Да, Олегу же сломал. Машинку сломал. Ну, машинка советская. Машинка советская. Еще бритва. Советская. Ну, по ней видно, что советская. Нифига, импортная. Что ты несёшь? Немецкая. Какая, турецкая? Немецкая, старая. Ну вот видно, что старая. Ну, 2000. Волосы там зажёвывают. Бритву ещё, бритву хорошо. А чё Малай-то сказал? Мама сказала, типа, Андрей, где ты подстригся? Кто тебе деньги дал? Она сказала, что я свои взял, короче, чтобы с чего мамке сказал, что я на свои подстригся. Ну, вот сказать, я бесплатно. Да. А если она спросит, откуда у тебя лысин? Ну скажу, что там. Я дергал. Рука дрогнула. Скажи, что ты, короче, к стажерам ходил в парикмахерскую, там подешевле. Точно. Не, скажу, что, короче, я сидел так вот. Они такие, а, бля, что ты делаешь? Просто одну секунду. А это нам не надо. На Чебурашку похож. О, человек, как школа-то? Ты, кстати, уроки сделал? Ну да. Ну, кроме геометрии. А живопись ты сделал? Ну да. Так там конспект мало писать. Там чисто по населению делаешь, как она план давала. А геометрию, по идее, не надо делать за сразу. Ну ладно. Как им стоит алгебра, две штуки? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Давай, называй, вкрыл, лазарев, в баню бегу, тебе бассейн прыгаю. Ты даже так не прыгаешь. А я не помню, смотрел. Чё, школу-то прогуливаешь? Кто, я? Да. Куда как? А чё, расскажи про пиццу-то. Какую? Да ладно, сейчас мы ещё сниму. Ну, короче, чё там, Олег сказал, ребятки, я давно уже не ждал ничего хорошего. Мамка уехала, батя вообще говорит, типа, Олег, слышь, давай перемеши похаваем. Олег говорит, батя, заебал, ты перемеши. Суп. Суп, да, суп, говорит. Вообще-то чисто одевает. Суп, говно, говорит, вообще нельзя жрать. Олег говорит, ну пошлите пиццу пожрём, а, ребят, пожалуйста, ё-моё. Ещё яичку возьмём. Сейчас, короче, приедет пицца, и вот это, оценит её. Фига, Олег, вкусная? Что Олег сожрёт? Чё-то по твоему лицу не видно. Ну конечно, смотри. Чё по лысине? Нормально. Чё как пицца? Нормально. Что дукаются, сожгут, можно. Как маленький. Там Олег что-то опять у двери стоял, подслушивал. И потом он бежал так быстро.
фотки будет. Да ну ладно. Офигать его не идет. А где Олег не тушит? Че, Олег, что за фильм-то? Забыл. Хороший? Это что, Калиса уже убили? Сожгли. Да он же на бомбе взорвался. Стреляй аккуратно, Калиса. Так что, пиццу на момент-то оцениваешь, человек? Рекомендуешь? Что, невкусно, что ли? Еще глассажи привезли. Ой, точнее это, имбирь. Что ли, костола достань? Олег, там нычки. Олег, соус будет соевым макать. Точняк, давай, Олег, вот сюда его, слышишь, вот макать его будем. О, руки тебе лёг. А что это, Олег, мы еще рекламу Два берега делаем? Один пенсионный момент, ты Два берега-то, они имбирь мало привозят. Да. Сливай пиццу. Давай, состав. Ну, я же честно, хрен знает. Ну, там Е, короче. Ну, там всякая такая, да. Там сыр, грибы. Человек, что сабито, вкусно, наверное? Не, да. Ну-ка. Ладно. А что Олег у двери стоял? Что Олег молчит? Что Олег молчит? А? Олег, двигайся. Слышь? А это не ты был в видосе, где там пацаны сказали, Вася, где лопата? Mm? Это ты был в видосе? Ты еще такой очкастый был, рот? Да. Я. А что, где лопата-то была? До тех пор, пока вода вас не доберется. Я ее не нашел, сказал ему, иди ищи, Вася. Куда ты лезешь? Он сказал, то, что нет. Ну пришлось его отпиздить. А что, очки? Новый купил? Угу. Лопату. А тут что? Лопат не нашел. Там? А я не знаю, вот это карбонара или мясная? Открой. Я сейчас смотрю, мяса мало. Ну, мяса мало. Как в тебе. Да, Олег? Дрыщ. Поплавил. Смотри, бегут, смотри. Чё, Андрей, новую пробуешь? Да, да. Что эти оливки? Что там оливки, да. В каком месте-то она мясная? Хрень какая-то. Оливочная. Смотри, как вкус. А у меня вообще больше мяса? Но в ней курица чисто добавлена. Ай, хрень. Чё, Андрей? А? Богатый чаевые ты оставляешь? Да. Олег, 300 рублей оставил. Спасибо. Фига ты. Где работаешь? В видеоблоге? Доставщик. А? На, по-любому не на, не на Матизе, да? Не, у меня там покруче. 11-е, что ли? Тонированное? А стеклоподъемники какие? Автоматические. Автоматические? Прикольно. Огонь! Вот смотри, Олег, как наебались. А чё по этому? По приводу? Задний, бочком молит. Ага. А чё, Олег, по рейке рулевой? Там передний стоит на нем. А чё по рейке-то рулевой? Всё. Чё, всё? Андрей, чё по рейке рулевой? Ну чё, чё не уже? А это чё с работы было? Короче, Олег не рекомендует эту пиццу, да? Олег уже задолбался жрать. Олег уже задолбался жрать, он не рекомендует, короче, её. Всё, короче. Всё, Олег сказал выключать. Все, Андрей, скажи пока. Пока.